Однажды на фабрике беконов один маленький бекончик смог выбраться оттуда. Да уж, это будет очень страшно. Ты что тут стоишь, а? Очередной бекон. Сейчас получишь по щам. Не, подожди. Я не дерусь. Чего? Ты умеешь разговаривать? Серьезно? Ха, прикол. Приятного просмотра. А спонсором сегодняшнего видео выступает лучший магазин по продаже самых дешевых робаксов с моментальной выдачей. rbx3.com. За 37 рублей вы получаете целых 100 робаксов. Также rbx3 проводит конкурс на 10 тысяч робаксов до 23 августа. Так что обязательно участвуйте и побеждайте. Заходи на сайт, делай выгодные покупки с rbx3.com. Ссылочка на сайт в закрепленном комментарии. Ого. Я упал, так-то мне совсем не больно было. А откуда это я упал? Ого, а там же мои собратья, да? Да, это похоже мои собратья. Зачем-то самый главный наш босс заставляет убивать нубиков, а я не хочу этого делать. Зачем мне это делать? Вон они создают беконов как можно больше, чтобы уничтожать нубиков. А я не хочу это делать. Я не хочу, я пойду против своих же собратьев. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы был мир. И поэтому мне придется тогда уничтожать таких же бекончиков, как и я. Но я не знаю, получится у меня это сделать или нет. Потому что армия очень большая, и я даже не представляю, что мне нужно сделать, чтобы как-нибудь одолеть и генерала, и своего брата, у которого вместо ушей две таких больших руки-базуки. Да, будет очень сложно, но я, в принципе, могу попробовать постараться. Я знаю все секреты беконов, и поэтому у меня есть преимущество. Теперь мне надо найти друзей. Интересно, смогу я найти каких-нибудь себе друзей или нет? Может быть, какие-нибудь бекончики все-таки пойдут за мной и будут со мной драться? Ну-ка, давайте подойдем вон к тому, я вижу его. Привет! Бекон, привет! Хочешь, мы с тобой объединим усилия и будем драться против нашего босса? Чё-то он молчит. Точно, я забыл. Они же все безмозглые, точно. Они просто бегают и любят танцевать. А вот эти вообще, похоже, безмозглые. У них ничего нет. На, получай. Я тебя сейчас так вот уничтожу. Ну а чё? Чё мне остается делать? Вот так уничтожаю его. Ой, я стал сильнее. Вау, ничего себе. Стоп, подождите-ка. Я же только что был таким маленьким. А теперь я стал таким большим. Вау. Это правда я? Вроде бы я, если убиваю беконов, тоже прокачиваюсь. Так же, как и нубасики. Так, ладно, я понял. Главная моя задача тогда теперь не попасться ни какому-нибудь нубасику. Потому что если он меня увидит, он подумает, что я какой-нибудь мутант непонятный и захочет меня убить. Ладно, попробуем мы сейчас попрокачиваться вот на вас, малявки. Ну, они безмозглые, поэтому мне даже их не жалко. Я попробую все-таки победить генерала беконов и своего брата. Я еще стал сильнее. Да! Ого! Я стал еще больше! Ну все, держитесь, брат, сначала я приду за тобой. Хотя подождите-ка, я забыл про Генри, у которого пистолет. Мне нужно сначала победить Генри. Ничего себе, а смогу ли я его победить? Да уж, это будет очень страшно. Ты что тут стоишь, а? Очередной бекон, сейчас получишь по щам. Не, подожди, я не дерусь. Чего? Ты умеешь разговаривать? Серьезно? Ха, прикол. Да, я умею разговаривать. Я за вас, за нубиков. Я против своего брата. И против генерала. И против мегабекона. Я против них. Я хочу быть на вашей стороне. Че, серьезно что ли? Впервые вижу такого бекона. Слушай, а ты меня не обманываешь, а? Нет, ты чего? Какой обманывать? Не обманываю, конечно. Ну ладно, слушай. Там, в общем, наши ребята сидят. Пойдем, я тебя познакомлю с ними. У них будешь покупать улучшения, покупать себе питомцев. Они тебе понадобятся, если ты реально за нас. Да, серьезно? Ладно, пойдем. А куда идти? Пойдем за мной, пойдем. Я тебе сейчас покажу. Пошли. Ничего себе, какой он крутой. Он меня понял, похоже. А может быть, а вдруг меня сейчас они завалят? Не, не должны завалить. Так, он куда-то... Вон, я его вижу.
Реально, здесь очень много всего, а здесь обитают нубики, а почему так много наших беконов? Ого, здравствуйте, а кто вы? Это магазин, давай, вставай, покупай. А, ладно, ого, вот сюда что ли, вот так, ого, я теперь чувствую себя лучше, чувствую себя сильнее, спасибо большое. Да не за что, не за что, значит ты за нас, да? Слушай-ка... Я что-то тебе мало верю пока, но торговец в магазине говорит обратное, он верит в тебя, так что, окей, я тоже поверю в тебя. Давай, но я буду за тобой следить, смотри у меня, если нас обманул. Мы беконов не любим. Я знаю, почему вы не любите беконов, потому что у вас война с ними. Эту войну затеял мой брат Генри, генерал Беконов и Мега Бекон. Их надо победить очень-очень срочно, чтобы не было больше этой вражды. Вы же понимаете все прекрасно. Я хочу это все остановить. Ну, если ты хочешь это все остановить, тогда я за тебя. Давай, я буду следить за тобой и смотреть за твоими успехами. Окей, все, я понял. Пойду дальше тогда. Так, ладно, не буду спрашивать ничего у них. Я буду их изучать. Ого, Бекон, смотри-ка, на базу к нубикам зашел. Вот это у меня удары. Что? Я еще сильнее становлюсь. Я еще становлюсь сильнее. Офигеть. Смотри на меня, я стал еще больше. Ого, ничего себе. Мы тут с торговцем про тебя говорили. Как раз таки. Ну что скажешь? Мне кажется, что он реально сможет прекратить эту войну. Что-то он, похоже, тебя плохо верит. Ну давай, давай, иди качайся дальше, встретимся попозже. Ладно, все, я понял. Вау, ребята, ничего себе, все-таки похоже в меня верят. И я смогу защитить их. Ого, здесь у нас салон какой-то, салон красоты что ли? Ой, да, смотрите, какая дама сидит. Ну, конечно, прическа у нее классная. Какая дама, ты че, обалдел что ли, я мужик так-то. Ой, простите. Ничего себе, а я думал, это дама. Как будто такие волосы девчачьи были. Но нет, мне похоже показалось. Так, я пошел в правильном направлении, потому что эти врата... Я знаю, как они выглядят. Я знаю, что затеял мой брат с мегабеконом. Но мне надо сначала... Ой, я чуть не свалился в воду. Я же воды боюсь. Это мой самый главный страх. Если у мегабекона и у моего брата не будет воды, тогда я смогу их победить. Так, мне надо вон туда, срочно туда. Там корабль стоит моего брата. В этом корабле находится их секретное оружие. Мне надо попасть сначала туда. Ну а потом я пойду и попробую убить Генри. Давайте, бекончики. Эти беконы тоже третья версия всего лишь. Они не очень сильные. Вот, все, 1000 сил я себе сделал. И теперь я стал еще сильнее. Вы посмотрите на меня, какой я. Вау. Ну все, Генри, ты не спрячешь от меня ваше же оружие. Ха. Я должен помочь нубикам. Сейчас пойду и попробую найти это оружие в корабле. Если, конечно же, они его не закрыли. Этот корабль очень серьезен. Ого, я вижу 4-ю версию нубиков. Молодцы, смотрите-ка. Они здесь стоят, они везде здесь стоят. Мой брат везде их тут напичкал. Хорошо, что они еще не такие умные, как последняя версия, которая находится на Луне. Так, вот он, этот корабль, и похоже, они заперли его, да? Я не смогу туда пройти, никак. Черт! Почему я не взял ключи? Почему надо было возвратиться и забрать у мегабекона ключи? Но теперь ничего не поделаешь, и мне придется тогда драться вот с этими беконами. Ну что, вы готовы? Получи... Ого, какие они сильные. Мне надо купить улучшение, потому что что-то я как-то немножечко их совсем бью. Ладно, я побежал. О, я стал еще сильнее. Вау! Вот это да! Я теперь еще сильнее. Я теперь больше, чем эти беконы. Вау! Мне надо усилиться. Срочно надо усилиться. Я пойду и вернусь в город. Возвращаемся обратно. Как же далеко я убежал. Здесь вторая версия бекончиков. Но они мне не страшны. Хотя нет, это третья версия. Я уже, получается, дошел до 5-й версии или до 4-й. Это очень серьезные беконы. Но самые страшные находятся на Луне. Я до них пока, конечно, не добрался, но если доберусь, это будет очень-очень круто. Я, конечно, поверю в себя. Так, я возвращаюсь
И здесь очень много маленьких бекончиков. Я не знаю, зачем их сюда пропустили вообще. Вот, я стал больше тебя, слушай. Смотри, какой я. Чего? Вот это ты здоровый. Торговец, пока мы с тобой тут разговаривали, ты смотри, что он сделал. Он стал больше меня. Обалдеть, ты точно за нас, парень? Я хочу, чтобы ты был за нас, я не хочу, чтобы ты был против нас. Да, конечно, за вас. Вы чего? Я за вас, 100%. Я пришел за улучшениями. А, за улучшениями? Ну, давай, покупай. Так, я покупаю сразу 14 улучшений и пошел попробую разобраться с Генри, у которого есть пистолет. О, это тот, у которого лазерный пистолет. Вау, ты его знаешь? Никто его вроде бы еще из нубиков не мог уничтожить. Если у тебя получится это сделать, ты реально наш спаситель. Я верю в тебя, давай. Я теперь всеми кулачками за тебя. Хорошо, я понял. Все, я пошел к этому Генри. Мне надо с ним сейчас хорошенько поговорить, потому что он первая моя цель в этой нелегкой миссии. Потом будет мой братик. Братик. Фуф, надеюсь, у меня чувства не разыграются. Хотя у меня никаких чувств не должно быть к нему. Фуф, ладно, попробуем сначала с Генри расправиться. Ну-ка, я тебе сейчас покажу. Генри, ты не придешь. Если ты посмеешь подойти к Генри, тогда тебе придется встретиться со мной. Ну, я, конечно, верю в Генри. Он ни за что тебя не проиграет. Но все равно, мне даже будет интересно посмотреть на вашу битву. Ха-ха-ха-ха. Ладно, я тебя пущу. Он ждет тебя в этой пещере. Давай, иди сюда. Вау, ничего себе. Он там только что был. Он, похоже, понял. Все беконы теперь в курсе, что я теперь не на их стороне. И теперь мне придется драться с Генри. Ну, я сам выбрал этот путь. И надеюсь, что смогу справиться. Генри, жди меня. Генри, я смогу тебя уничтожить, наверное. У него пистолет. Но если у него нет воды, самый главный мой страх — это вода. Если там нет воды, значит, я смогу победить. Я верю в себя. Я верю в себя, я смогу победить. Я смогу победить, я смогу победить. Генри, сколько здесь надо подниматься-то? Генри, ты как вообще сюда поднимаешь? Ты же маленький. Но, блин, зато у него есть лазерный пистолет. Это очень крутое оружие. Вот, все, я здесь. Я здесь. Я добрался до сюда. Интересно, а куда делся Мегабекон? Он здесь взял, все поломал. Мегабекона я здесь не вижу. Ну, а Генри где-то здесь. Я пошел за тобой, Генри! Генри, выходи! Ой, ты ко мне, что ли, пришел? Вот это да, Мегабекон говорил про тебя. Ха-ха, давай начнем нашу битву. Давай без своих вступлений, Генри. Давай, хватит без этого. О, все, я готов. Генри, иди сюда. Генри, получай. Генри, нет, больно. Генри, пожалуйста, нет, лазером не надо. Не надо лазером, пожалуйста, только не лазером. Генри, получай. Я победил! Я победил и стал сильнее! Генри, прощай! Нет, я хотел выстрелить в тебя! Он хотел выстрелить в меня, попал в потолок! Я победил, Генри! Вот чертовщина какая! Кто он такой? Как он сбежал вообще от нас? И принял сторону нубасов! Я прикончу его! А-а-а, куда я падаю? Что это такое? Где я? Где я? Я падаю в неизвестность. Что это такое? Мне очень страшно. Но я должен справиться. Нет, я же говорил, не умею плавать. Ой, я что, здесь очнулся? Как это вообще? Я только что утонул, падал с высоты. Слушай, мы тебя вытащили. Мы видели, как ты справился с Генри. Вот это ты крутой. Мы верим в тебя, что ты сможешь закончить эту войну раз и навсегда. Да, я знаю это. Я справлюсь. Я по-любому справлюсь. Ой, ну что, я готов покупать еще себе улучшалки. Покупаю вот столько себе улучшений. Фух, и теперь я, в принципе, готов дальше сражаться.
Ой, как же это сложно против своих же драться, но я чувствую себя не так плохо, как думал. Я думал, что мне будет ужас как плохо, потому что я убиваю своих же. Но нет, почему, интересно, почему я такой, а не как все. Я не хочу войны, я хочу остановить это. И поэтому мне придется сейчас добраться до своего старшего брата, который находится вон там. Но чтобы попасть туда, мне нужно прокачать много силы. И поэтому я сейчас пойду на небесные локации, секретные локации беконов, где стоят уже усиленные и очень сильные беконы. Интересно, смогу ли я сейчас их уничтожить? Потому что там уже находится элита. Элита беконов. Почти допрыгал вот сюда. Отлично, все. Я на месте, где находится элита беконов. Ну что, беконы? Я пришел с вами поговорить. Ну как поговорить? Я пришел на вас прокачаться. Выходите. Я знаю, что вас здесь расставили, чтобы нубасы сюда никак не могли пройти. Потому что это секретные острова беконов. Но я вижу, все-таки здесь тоже безмозглые они. Потому что безмозглые беконы только умеют что танцевать. Я сейчас стану сильнее. Я должен стать сильнее. По-любому. Давайте, идите сюда. Идите сюда. Бекончики, ха. Да, они, конечно... О, я чувствую, я стал сильнее! Да! Я стал таким же, как Мегабекон! Ну, почти таким же! Да, конечно, мне не очень приятно уничтожать беконов, но потому что я один из них, я точно такой же, как они, но ничего с этим не поделать. Мне все-таки придется прокачаться. А вот здесь находится фабрика, где производят беконов. И меня здесь тоже произвели. Но почему-то я получился не такой, как все. По этой же трубе меня тоже носили. И я не понимаю, почему так. Почему у меня есть свой разум? Почему я отличаюсь от них всех? Вот этот вопрос я, конечно, хочу задать Мегабекону или Генералу. Но сначала мне нужно добраться до них каким-нибудь образом. Я не понимаю как, но мне надо добраться до них. Ладно, надеюсь, вы сейчас получите. Вот так я сейчас стану еще сильнее, я чувствую это. Я чувствую, как сила у меня растет. Вау, я чувствую это, я чувствую это. Я точно улучшился. Вау, я, конечно, стал сильнее. Но не такой сильный, как Мегабекон. Я не знаю, как я буду драться с Мегабеконом. Но мне по-любому нужно будет сделать это. Давайте, отдайте мне всю свою силу. Я понял. Я забираю у них жизненную энергию. Когда я их бью, когда я их убиваю, я забираю у них все. Я забираю и силу, и энергию, и радость, и горечь. Все забираю у них. Ну, я чувствую, что у них эмоций почти нет. У них есть только сила. И все. Больше ничего нет. Ну, еще у них есть немного страха. Когда я бью их, я чувствую, как они боятся. Пора мне наведаться к моему братику. Хотя, наверное, сначала мне надо купить себе улучшение. Точно. Я этим и займусь. Я знаю все эти... порталы, куда какой портал ведет, потому что у меня заложено это в памяти. Я один из них. И, конечно, неправильно то, что я делаю. Я их предал. И пытаюсь спасти нубасов, но это моя цель. Это моя задача. Я не хочу войны. Я отличаюсь от всех. Так, вот сюда. Я отличаюсь от всех беконов. Ой, я же только что утонул. Ой, вы опять меня, что ли, спасли? Да, мы тебя только что спасли. Мы еле-еле тебя вытащили. Ты вообще стал здоровяком. Мы никогда таких не видели. Слушай, мне кажется, что именно ты сможешь закончить эту войну. Ой, как же я этого долго ждал. Ты очень крутой. Спасибо. Нам очень сильно повезло, что мы нашли тебя. Ой, да ладно вам. Я пришел за улучшением. Я хочу разобраться со своим братом. И я думаю, что... у меня получится это сделать. Я купил все улучшения. И теперь я готов сражаться. Я побежал. Я побежал. Ну, держись, братец. Я иду за тобой. Посмотрим, кто из нас больше. Я или ты? Ну, большой брат самый-самый большой из беконов. Поэтому я не знаю, смогу ли я с ним драться или нет. Окажет ли
он мне какое-нибудь противодействие, вдруг он не захочет со мной драться, потому что я его брат. Может быть и такое, может быть и такое. Я пришел. Брат, жди меня! Я иду к тебе! Если я смогу победить своего старшего брата, то тогда я смогу и победить Мегабекона. Но до Мегабекона мне надо еще добраться. Но сначала, я думаю, мне нужно попробовать одолеть генерала Беконов. Потом, когда он спустится сюда на землю, я одолею Мегабекона. Погнали! Вперед! Большой брат! Я верю, что ты сможешь встать на мою сторону, большой брат! Что они с тобой сделали? Большой брат! Он танцует. Большой брат! Что с тобой? Ты стал безмозглым! Что? Что такое? Как это так? Он же был разумный. А почему ты стал таким дурачком и просто танцуешь? Большой брат, что они с тобой сделали? Большой брат, расскажи мне, пожалуйста. Он мне ничего не говорит, потому что, похоже, он дурачок стал. Я не понимаю, как и что с ним произошло, но я даже не хочу его бить. Я даже не хочу его бить, потому что он ничего, кроме как танцевать, не умеет. Большой брат, мне тебя жалко. Я спрошу у Мегабекона, за что он так с тобой? За что он вообще со всеми беконами так? Они все безмозглые. Как это так вообще? Я не понимаю. Почему даже у брата не было выбора? Он был разумный. Мы с ним разговаривали. Он был разумный. Я знаю это, потому что у меня есть это в памяти. Вся память беконов у меня в голове. Я даже знаю, откуда появился Мегабекон. Обалдеть. Подождите-ка. Ко мне в голову приходит память. Он был точно такой же, как и я! Брат! Он хотел драться против беконов, но Мегабекон сделал с ним это! Он был точно такой же, как и я! Он встал на сторону нубов! Обалдеть! Большой брат, я спасу тебя! Я сделаю все возможное! Они сделали его безмозглым! Они сделали его таким! Генерал! Это генерал сделал! За что с моим братом такое сделали? Мне... Хоть он мне и брат, и я вроде бы как не на его стороне, но мне его жалко. Он был на моей стороне. Он первый, кто вступился за нубиков. Но теперь... Вот что от него осталось. Он просто танцует. Он просто танцует и все. Большой брат, я что смогу сделаю? И я очень зол, я очень зол! Я хочу наказать этого Мегабекона как можно скорее! Мегабекон, ты у меня дождешься! Я отомщу тебе за всех беконов! Может быть, мне все-таки покончить с братом, чтобы он не страдал. Я не знаю, как я смогу ему помочь. Но, брат, похоже, тебе уже не помочь. Никак не помочь. Поэтому я все-таки попробую тебя спасти. Я сохраню твою память в себе. И если что, создам тебя по твоему подобию. Ну все, брат, прощай. Я не хотел этого, но мне пришлось. Насколько же ты сильный. Ты очень сильный. И я все равно сделаю так, чтобы ты жил. Я уничтожу это тело, чтобы создать новое. И восстановить тебя. Прощай, брат. Ну все, теперь Мегабекон... Ты следующий. Я не прощу тебе это за брата. Теперь мне нужно срочно добраться обратно и рассказать все это дело нубикам. Они, скорее всего, этого не знали. Они не знали этого. Я думал, Мегабекон и генерал делают хорошо для беконов. Но нет, они просто создают и издеваются над нами. Я все понял, я все понял. Это даже не война нубиков и беконов. Это война генерала и Мегабекона. Пуф. Они, похоже, просто играют с нами, но я положу этому конец. Я сейчас все расскажу своим друзьям-нубикам. Привет, нубик! Я сейчас узнал такое, что вы просто, наверное, обалдеете. Вы никогда этого не знали. Вы представляете? Беконы ни в чем не виноваты. Их создают и просто делают безмозглыми. Эта война не ваша. Это все затеял генерал Бекон. Мы примерно так и представляли, что так и обстоят дела.
Но ты же понимаешь, чтобы закончить эту войну, нам нужно победить их. Да, конечно, я понимаю. Нам нужно победить их. Поэтому я сейчас улучшусь и попробую достать генерала Беконов. Ну а потом, когда я с ним расправлюсь, я пойду к Мегабекону. Вот, держи. Я тебе дам хороших питомцев, которые помогут тебе в сражении. О, ого, спасибо большое. А я покупаю все улучшения и сейчас направлюсь в космос. В космос? Да, в космос. Слушай, а тебе не нужна какая-нибудь, я не знаю, скафандр или что-то на голову? Нет, мне этого не нужно. Я же искусственно созданный бекон, мне не нужен воздух, мне не нужна еда. Возможно, когда-нибудь я смогу стать такими же человечными, как и вы. Но пока я всего лишь искусственно созданный бекон. Ладно, пожелайте мне удачи. Удачи тебе. Спасибо. Ого, вот они, эти питомцы. Выглядят устрашающе. Я таких никогда не видел. Интересно, что они будут мне делать? Они неразговорчивые такие. Но, возможно, они мне помогут. Вот отсюда отправляют в космос беконов. И, похоже, это заброшенная какая-то станция. И я попробую улететь на этой ракете. Но чтобы улететь на этой ракете, мне нужно быть очень маленького размера. Придется мне как-нибудь сложиться. Будет очень тесно, но надеюсь, я долечу. Ой, как же здесь тесно-то. Ай, я не могу. Прям вообще тесно. Давай быстрее. Как же долго я буду лететь. Ой, у меня спина чешется. Не могу почесать. Спину хочу почесать. О, да. Неужели? Я приземлился, так. Я вижу корабли. Это корабли генерала Беконов. Я сейчас вот не знаю, что у них на уме. До того, как... Когда я был на фабрике, я понимал это все. Но сейчас я не представляю. Здесь какие-то беконы, и они не танцуют. Они что, разумны? Возможно, это разумные беконы. Я без понятия, я не хочу к ним подходить, потому что... А вдруг они накинутся на меня целой толпой, и тогда мне настанет конец. Вот он. Это портал генерала Беконов. Генерал, я иду к тебе. Я отомщу тебе за своего брата. Брат, надеюсь, ты это видишь. Я к тебе сейчас приду. Давай, присасывай меня к себе лазером своим. Я готов с тобой сразиться. Я отомщу тебе за своего брата, Бекон. Так, о, это ты что ли? А я думаю, где пешка? Какая тебе пешка? Ты у меня сейчас получишь! Вот так вот! Я отомстил за своего брата! Нубики, прием! Прием! Это просто какой-то капец! Я смог сделать это! Я уничтожил генерала! О, этот корабль упал на землю! Я вернулся на землю! Так, где-то в море упал корабль! Где, интересно, он? Где он, интересно? Ребята, я победил генерала Беконов! Мы уже в курсе, мы уже в курсе! Представляешь, корабль, который ты подбил, оттуда выпрыгнул Мегабекон! И теперь он вон там находится, вон там, представляешь? Он находится на заброшенной базе беконов! Если ты сможешь, попробуй одолей его! Серьезно? Он находится там? Ого, я не ожидал, что я буду драться и с Мегабеконом сейчас! Ну ладно, я постараюсь, я сделаю все, что смогу! Спасибо вам за все. Надеюсь, я справлюсь. Я побежал. Обалдеть. Мегабекон. За этот день я отомщу своему брату и покончу с этой войной. Где ты? Выходи, Мегабекон. За брата я тебя отомщу. О, как же ты меня достал. Я не стал таким же большим, как и ты, но я стал сильнее тебя. Получай. Нет, отпусти меня. Помогайте. Есть! Я справился! Алло, прием, нубасики! Прием, я справился! Да, мы поняли! Сейчас скинем ракеты! Получайте! Ребята, мы уничтожили заброшку! И все, это конец! У меня получилось! Нубики! У меня получилось, представляете! Мы очень рады. Это просто лучший день нашей жизни.
Теперь беконов мы трогать не будем, мы просто будем с ними общаться. Это, похоже, еще не конец. Нам только что сообщили, что где-то есть ультимативный босс. И, похоже, именно он управлял всеми беконами. Так что, возможно, это еще не конец. И что-то грядет еще страшнее. Не, вы чего? Не может быть такого. Я всех... Не, вы чего? Не может быть такого, чтобы кто-то еще был сильнее мегабекона и генерала. Не, такого не может быть. Я все, всех одолел. Вы же видели, да, ребята? Вы же видели? Напишите в комментариях, как ловко я их всех уничтожил. Я не верю, что кто-то еще есть, какой-то ультимативный босс. Питомцы очень хорошие. Я отомстил за брата, и теперь я хочу направиться в факторию. Вот она, фактория. Я здесь. Я попробую разобраться и воссоздать брата, большого брата. Здесь беконы, но они просто танцуют. Это безмозглые беконы. Возможно, я найду информацию именно в этой фактории, чтобы каким-нибудь чудом восстановить своего брата, который стал безмозглым. Как же я хочу это сделать, братишка! Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Я отыщу этот способ. Я обыщу каждый уголок, каждую секретную потайную комнату. Вот что здесь? Я вот здесь не понимаю, что происходит вообще. Какие-то непонятные коридоры, линии. Вот здесь, похоже, что-то страшное. Я туда даже не хочу всуваться. Ха-ха, значит, все-таки Мегабекон не справился со своей задачей. Зачем он связался с этим генералом? Да, я дал им такую силу, такую мощь. Теперь, возможно, нубики узнают секрет создания беконов. Я не могу позволить им это сделать. Придется мне создать новую армию. Но кто же будет моей правой рукой? Никому нельзя доверять. Нужно действовать самому. Тогда так и сделаю. Я сам их всех уничтожу. Раз Мегабекон не смог с этим справиться, я с этим справлюсь. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч, пока-пока!